Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема для общего развития. Мало ли где за столом разговор поддержать придется. Что нам известно о суперфуде, модном сейчас бьюти-мире? Что же это за суперфуд? Это порошок из пищевых сверчков. Ну, вообще, суперфуды, они всегда в топе, что бы они собой не представляли. Сегодняшняя новинка этой категории, наверное, вызовет у вас неоднозначную реакцию, мягко говоря. Но сторонники здорового образа жизни говорят, что за этой добавкой здоровое будущее для нашей бедной планеты. Часто можно услышать о пользе так называемых суперфудов, продуктов, которые богаты полезными веществами на порядок больше, чем остальные овощи и фрукты. Если несколько лет назад специалисты относили к этой категории дорогие и не везде присутствующие продукты, например, ягоды годжи или асаи, то сегодня к суперфудам относятся много более знакомых позиций – льняное семя. И до чего дошли эти сторонники, представляете? Вы не поверите, квашеную капусту, которая легко впишется в скромный наш бюджет. Специалисты давно призывают сделать суперфуды постоянной частью рациона, но с упором на то, что в нем именно действительно нуждается организм. Например, если вы хотите укрепить иммунитет, то тогда вам шиповник и годжи. Если нужны омега-кислоты, в помощь придут семена чиа и льняное масло. Если нужно больше белка, то нет нужды тарелками лопать куриную грудку. Можно просто проглотить пару ложек, та-дам, сухого порошка из пищевых сверчков. Как уже можно догадаться, этот продукт родом из Азии, точнее из Таиланда. Предположу, что для большей части слушателей это звучит довольно экзотически. Но ученые настаивают. Нам всем пора поверить в то, что это действительно полезно. Причем как для здоровья, так и для экологии. С этим согласны и Международная организация здорового образа жизни, где употребление насекомых в пищу считается безопасным, полезным и эффективным. Что мы обнаружим в этом порошке? В порошке из пищевых сверчков много кальция, железа, витаминов, группы В. А еще в нем содержится в 3 раза больше белка, чем в таком же количестве у говядины. Для России суперфуд из насекомых – тема довольно непонятная, экстравагантная, экзотическая и сложная. Однако отечественные производители, предполагаю я, начинают осторожное знакомство с этой темой. Кто знает, может быть, в ближайшие годы и в нашей стране появятся российские фермы, в которых будут производить биодобавки для здоровья. Рынок, понимаешь ли? Какие они на вкус? Сегодня, внимание целителей, там за гувром доступен не только порошок из насекомых, но и многие другие добавки. И даже полноценные блюда, не побоюсь этого слова. Бедные, несчастные кузнечики. Из них делают макароны, энергетические батончики, муку, протеиновые сладкие коктейли. Еще существует аналог известных фрикаделек фирмы, название которой я вам по понятной причине не скажу. Она известна хорошо и начинается на букву «И», так и быть. В основе которых смесь из этих насекомых. А вы мне скажете, фу, какая гадость это ваша заливная рыба. Честно говоря, мы и сами-то эту гадость не пробовали. Однако любители суперфудов утверждают, что якобы это довольно вкусно. Если верить им на слово, то макароны из сверчков – по вкусу совершенно не отличаются от обычной пасты из твердых сортов пшеницы. Некоторые же добавки имеют ореховый оттенок вкуса. Я так думаю, что принимая их, надо просто зажмуривать глаза и главное не думать, что ты ешь. Кроме пользы в смысле источника протеина, они еще не содержат глютен, а значит имеют положительное влияние на процесс пищеварения, состояние кожи, волос и ногтей. Ох, как-то вообще все захватывает, интригует. А вы решились бы попробовать такие макарошки? Независимо от сверчков, все-таки будем себя беречь и будем здоровы.